Пожалуй, это единственный праздник, где нет нужды в дежурных полицейских, ведь собравшиеся сотрудники органов внутренних дел. Около 200 человек, многие из них в парадном обмундировании в этот день. Сквозь рутину трудовых будней сотрудники правопорядка вспоминают тех, кто помогает им в непростой службе. Не могу не сказать о наших ветеранах, которые продолжают вносить огромный вклад в воспитание молодого поколения нашей службе и передают лучшие традиции нашей службы. Профессиональный праздник сотрудников внутренних дел посетил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он поздравил полицейских с праздником, а также вручил 4 сертификата на получение квартиры. И как жители, и как органы местного самоуправления всегда чувствуем защиту, всегда чувствуем внимание и такое трепетное отношение и к территории, и к жителям, которые исходят с вашей стороны. Старший инженер связи Светлана Репкина по наставлению отца, работавшего в милиции, освоила профессию сотрудника органов правопорядка. С того момента прошло уже 18 лет, однако работа не надоедает, а только мотивирует быть еще лучше в своем труде. Служба наша, конечно, трудная, но интересная. Вот. Мы стараемся помогать населению. Никогда никому не отказываем в помощи, как в служебное время, так и в неслужебное время. Александр Маскаев работает оперативным дежурным. Для капитана полиции трудиться сутками и быстро реагировать на случившиеся преступления – вещи привычные. Благодаря такой работе большинство правонарушений раскрываются по горячим следам. Но сложности, конечно, бывают в основном в раскрытии преступлений, также реагировании на сообщения. Вот. Бывают сложности, но справляемся. Около 30 сотрудников органов внутренних дел получили памятные подарки и грамоты, после чего начался концерт с той песни, которую знает каждый служащий. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.